Итак, привет всем! Сейчас будет маленький фокус с кольцом. Совсем недавно, буквально вчера, меня один американец угостил этим фокусом. Он простой, как 3 копейки, он сразу понятен. Он более, сказать так, не фокус, а прикол. Но, тем не менее, интересный. Я его увидел первый раз, и сейчас постараюсь повторить. Я немножко потренировался, буквально там, пару раз. Ну, наверное, криво получится. Значит, суть такая. Блин, как-то так. Кольцо мы снимаем. Фу, блин, ну короче. Я не знаю, наверное, вышло криво. Суть какая? Кольцо одето на палец. Рука показывается ребром, так чтобы толком не было видно, какой именно палец. И, соответственно, когда я пытаюсь его снять, там за рукой, вот в этот момент, я меняю пальцы местами. Меняю таким образом, чтобы палец с кольцом стал вот под большой палец. Они касались вот здесь, для того, чтобы в нужный момент выстрелить его вот так, как щелбаном. Блин, уже кольцо не улетело. Так вот, когда я там за рукой поменял пальцы, я уже снимаю кольцо с другого пальца, соответственно, с того, на котором нет кольца. Отвлекаю ваше внимание этой рукой, смотрю на нее и на лету открываю и посылаю как бы кольцо, телепортируя его сюда, а здесь вот щелбаном выстреливаю этот указательный палец. То есть, тынь, и все. Ну, как-то так. У него, конечно, получилось более складно. Я просто первый раз... Я все понял, как он сделал, но так искусно получилось. Конечно, потренироваться надо. Ту-ту-да! Вот-а-а! Вот-а-а! Блин, как-то так. Херня, блин. Вот, я его одел. Он на пальце. Или наоборот, мы показываем, что кольцо одето на пальце, смотри, смотри, видишь, кольцо здесь, да. А потом мы его снимаем и возвращаем обратно. Итак, мы одеваем кольцо на палец. И, следовательно, после этого мы его снимаем и... Надеваем назад. Наверх. На ходу. Да, на лету. Дубль 5. Итак. Снимаем палец в кольцо. Открыть руку. Сразу думать несколько позиций, нужно долго тренироваться. Ладно, еще раз.